Привет, я как белка в колесе пытаюсь успевать записывать ролики на YouTube и быть на связи со всеми учениками моего нового курса «Черный список». С момента запуска я проверил 749 роликов, это только за полтора месяца, и дал столько же рекомендаций. Маленькое примечание, один участник «Черного списка», Адилет Багдад, неожиданно для всех сломал палец и кисть. Сразу говорю, это не из-за «Черного списка». Насколько я знаю, он недавно уже снял гипс, но хочу сообщить, что все дни, которые были упущены, будут ему компенсированы. Это для тех, кто пытается пройти список за 90 дней и получить главный приз – черную коробку. Адилету скорейшего полного выздоровления, а остальным хочу сказать – не гонитесь за временем. В первую очередь, черный список – это обучающий курс, но с очень интересным сюжетом. Проходите его с удовольствием, а не с гонкой успеть срок, тем более я консультирую вашу игру на протяжении всего вашего прохождения, даже если он будет длиться год. И еще на следующей неделе будет конференция среди остальных учеников, поэтому кто давно не заходил в нашу общую группу Play Fingersale, заскочите, там будет опрос, на какой день сделаем конфу. Ну а кто хочет уметь играть сложные мелодии, как, например, что я сейчас играю, ссылка на мои курсы в описании.